Здравствуйте, меня зовут Адиля. Я хотела спросить, как можно от восприимчивости, что ли, закрыться или что? Ну, дело в том, что, допустим, мне... Я начала ходить с работы до дому и обратно по 13 километров, ну, потому что у меня сидячая работа, ну, решила просто походить. И тут же разговариваю с другом, говорю ему об этом, он говорит, о, классно, но просто когда ходишь, там, по своему опыту скажу, что у меня начали болеть там пятки, да. Он сказал, у меня через 2 минуты сразу начала болеть. Легко, да? Пятка, да. И также, допустим, у моего шефа поясница болит, и я на него смотрю каждый день, у меня тоже начала... Короче, смотри, понял я тебя. Ты вот каждый, кто вот так считывает чужую боль у людей, даже вот сейчас вот человек стоит, и раз, его там как-то чувствуешь, да? Я ощущаю свои ощущения. Делаешь 3 вдоха, 3 выдоха, если не прошло, повторяешь до тех пор, пока не отпустит. Потому что очень легко так считывать людей. Особенно, знаете, вот эти массажисты, парикмахеры, вот кто вот через кого много проходит, там терапевты, в регистратуре могут в больнице сидеть, там, вот эти гардеробщицы. Вот, то есть у кого много контактов с людьми, они через какое-то время начинают считывать людей. Очень легко. Она по этой шубе может рассказать всю жизнь, что там у нее потом происходит. Но это не из-за того, что там с шубой что-то не то. Она просто подключается и начинает рассказывать. И этого в жизни становится все больше и больше, потому что Земля меняет свои вибрации, и сегодня людей чувствующих становится все больше и больше. Поэтому появились коучи, психологи, эти нумерологи, астрологи, там кого только не появилось сейчас, потому что ну, вот, всем охота вот из этого как-то выйти. Я ощущаю свои ощущения, и ты перестаешь чувствовать то, что чувствует тот человек. Вот пониженное давление, понятно, а повышенное давление... Агрессия. И мерцательная аритмия. Как? Мерцательная аритмия сердца. Я про аритмию, честно, я не скажу, но повышенное давление – это агрессия. Это внутренний гнев, который у тебя внутри. И что с ним делать? Сейчас, когда будем кричать, ори прям. Вот прям до исступления кричи. Хорошо? А тремор у вас давно? Тремор вот этот, вот так голова трясется давно у вас? Или мне показалось мне? А, это я думаю... Ты у меня вот так показалось. А давление... Я думаю... Пусть. Хорошо, что спросил, а то я бы про тебя всякую фигню думал. Тремор, когда у человека уже проявляется психическое напряжение вовне, у него начинается тремор, его слегка трясет где-то там этот, и поэтому спрашиваю, когда вот выбивает уже физику, и ты не контролируешь, это уже ну, такое. Выдыхай. Не плакай. Еще вдох.